Так. Заключение так же странно, как она исчезла. Пипертити вернула забрызганная соусом. Какие еще тайны хранят прошлое пиццы? И если на то пошло, что хранит будущее, завтра мы узнаем. Хорошо. Шли. Потрясающая ароматная нотка специй, легкий дымный аромат, непротиворечивый, но интенсивный. Я хочу такую пиццу, чтобы она помогла мне понизить риск сердечных заболеваний, диабета, второго типа, ожирения, некоторых форм рака с базиликом. Могу ли я получить ее хорошо запеченной? Что? Пшеничное цельного зерна. Я собрала взять ее с базиликом, хорошо запеченная. И все? Хорошо. Это все или будет что-то еще? Так. Ага. Круто. Я хочу ананасовую пиццу, чтобы увидеть, какую сторону споры займет мой собеседник. Просто ананасовую пиццу? Или тут какой-то был подвох? Не было, хорошо. Сотворец. Помоги влюбленным. Это кому? Я хочу пиццу с перцем, луком, пепперони и оливками. А пепперони и лук? Каждая на своей половине. Непонятно, но допустим. Так. Пиццу с перцем. Перец должен быть везде. Так. Лук и пепперони на своей половинке. Так. И оливки там были, то есть везде. Если ты скажешь, что это не так, то вообще не приходи больше к нам в ресторан. Понятно? Хорошо, можешь приходить. Я просто хочу наполовину из ветчины и бекона. Два кусочка, просто пополам, хорошо запеченные. Ну, допустим, из ветчины и бекон. Хорошо запеченные, я попробуем сделать. Хочешь скануть одной пиццы? Здесь едва лезть бекон на этой половине. Слышь! Объясняй нормально. Эйнштейн. Чтобы узнать мой заказ, вы должны решить эту формулу. EMC2. Я чё тебе, умная что ли? Нет. Это вам поможет. Е – превосходный вкус. М – грибы. С – сыр. Превосходный вкус – это что? Можно мне две сырно-грибные пиццы, пожалуйста? Так бы и сказал. Сырно-грибные. С отгадками тут приходит. Я повар. Мое дело готовить, а не решать ваши задачки. Мой разум относительно взорван. Хорошо. Вегетарианская пицца. Двойной заказ. Порежьте все из них пополам. Так.
вегетарианская. Так, Эйнштейн. Альберт Эйнштейн. Чтобы узнать мужика, что значит форму. Да-да-да. Вегетарианская. Ага. То есть сыром надо. Так. Грибы. Оливки. Лук. Перец. Очень легко. Базилики. Кучу листиков базилика. Баклажан, которым забыть очень легко. Там. Куда ты? Сюда. Сюда. Еще успеем кого-нибудь принять? Если соус песто... Да-да-да, давай мы это быстро примем, а потом брошу. Если соус песто способен сделать анчоусы вкусными, он сможет сделать вкусным что угодно. Хотя пиццу не режьте, пожалуйста. Хорошо. И анчоусы. Да-да, если бы все делали такие заказы легкие, вообще бы цены было не было всем. Что? Мне что-нибудь появится? Хоть ремонт нельзя еще. Вы делаете большие успехи в качестве мастера пекаря. Ага, нет, не хочу ничего создавать, поехали. С возвращением божества наслаждения вкусов соусовицы снова исчезли, вернувшись в тень. Далее от штаб-квартиры тайного общества до места проведения международной конвенции пиццы. Почему одного участника земли столь богатая история? Вот и все, на сегодня хорошая пицца, отличная пицца. Что? Ну, не ошибается только тот, кто никогда не пробует ничего нового. Слышь? Бакедин. Добро пожаловать на Бакедин. Главная страница, где вы можете видеть своих друзей и взаимодействовать с ними. Теперь давайте найдем вашего самого первого друга, нажми на черную газу, чтобы перейти на страницу открыть. Так у меня же выключен интернет. Ага. Вы можете искать новых друзей по их имени или таблайс ID. Теперь нажмите плюс И, чтобы отправить. Зачем? Это люди из игры, да? Похоже, ваше приглашение уже принято. Поздравляю. Давайте вернемся на главную страницу и проверим список ваших друзей. Получилось, можешь посетить пиццерию своего друга, просто нажав на кнопку «Посетить». Посещая магазин друзей, вы можете дарить до 5 звезд каждый день, чтобы показать свою любовь и признательность. Теперь давайте подарим Тайплей звезду. Что вы видите? Да, я поняла. Давай. Не торопись, настоять свой товар. Приложение BKID все еще находится в разработке, должно быть выпущено больше контекстной функции. Теперь наслаждайтесь. Понятно? Все, мы поняли. Ну, так. 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 Борода, цвет. Так. Одежда. Ага. Платить за одежду. Я люблю футболки. Все. Окей. Мы все сделали. Не нужно мы тут. У меня непереносимость лактозы, но я люблю все остальное.
То есть тебе не нужен сыр. То все остальное ей надо, посмотри. Берите просто ананасовые желательно. Тем не меньше тыкать надо. Пицца выглядит страшно. И каша тут просто каша. Эта пицца просто каша. Но вообще она шедевр. Шедевр. Именно так выглядит шедевр. Бон аппетит. Так, для достижения. 100 сосисками. С ветчиной 50. Мне нужна пустая пицца. Вообще без проблем. Надеюсь, что оно... Или надо было соуса? О, лучшая пицца в мире. Вообще сложная. На своей пицце я хочу видеть половину с грибами, а половину с луком. Я хочу это с песто, а не соусом для пиццы. Хорошо. С грибами и луком. No problem. Так. Играйте победный фанфар. Это идеальная пицца. Естественно. Так идеально была у мальчика. Дайте ко мне ту пряную лепешку. Чё? Есть. Ей эту или не эту? Вопрос. Какую ей лепешку дать? Просто идем на риск. Идем на риск. Берем ей пшеничную. Не, ты не можешь продать пиццу, в которой почти отсутствует начинка с пепперони. Ну и могу. Одна пицца с беконами, одна с ветчиной. Добавьте, пожалуйста, базилик. И все грибы, которые у вас есть, к ним обоим. Также выложите пиццу с ветчиной на пшеничное тесто. Ой, ты душнила, а не заказ, конечно. Так. Сыр. Хорошо. Так. Базилик и все грибы у вас есть, к ним обоим. Грибы. Базилик. На пшеничной ветчина. Пшеничная это что? Это темная, да? Так, сюда. Бекон. Ой. Ой. Ага, это бекон, правильно? Недавно ты тут прекратила путать эту ветчину с беконом. Наверное. Ай, я не на ту, наверное, пиццу делала. Или не на ту. Фух. Хорошо. Я хочу ананас и сладкий перец на моей пицце, пожалуйста. Вообще легче легкого. Что там надо? А, сладкий перец. Я нас запомнила, а перец нет.
Я женюсь на этой пицце. Я делюсь пиццей с моим котом. Мне половину с оливками и половину с анчоусами, с обычным красным соусом. Понятно. Да, одну половину надо оливки добавлять, когда кота добавляют. Так, следующее. Привет, как дела? Мне нужна пепперони, половина без соуса. Надеюсь, я не стала расспрашивать, чтобы успеть и приготовить. Успела ли я? Типа, угадала я? Нет или нет? А, хорошо, угадала. Ремонт. Так. Понятно. Ну, начинок нет. Что дальше будет? Пиццакон. Крупнейшая мировая торговая выставка, основана на приготовлении и продаже продуктов и лепешек. Последний наш город уже в этом месяце. С наплывом клиентов, спешащих в город, чтобы получить билеты и отель на мероприятие заранее, место пиццерии должна ожидать, что их бизнес ждет бум. Получите значок Пиццакон сегодня. Вот и все на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. Пиццаконы. 5000 баксов сработали. Вот, скоро доставка будет. Испечь за спицку. Курицы у нас еще нету. Кукурузы и креветок. У нас еще нет. Еще три начинки должны быть. Понятно. Ингредиенты были хороши. А вкус она была, как будто ее только что сорвали с куста. Или пицца растет на деревьях. Я не уверен. Специальный подарок для Рай будет доставлен сегодня ночью. Подогреватель пиццы. Приветствие от мистера Голдфорфа и Цаврум. Не забудьте скачать наше приложение на вашем iPad и зарегистрироваться в нашем сервисе. Человек, которому помогали, но не всегда. Я просто хочу немного СП для М и хочу это на зеленом соусе. Порежьте эту пиццу на 4 куска темной корочки. Так, я хочу немного... пиццу для меня, а какую СП? Сладкий перец для меня и песто. Вот так он называется. Порежьте. Хорошо, хорошо, хорошо. С СП, сладкий перец. Да, я запомню когда-нибудь или нет. Все, я же ничего там не упустила. Да-да-да. Следующий. О, напротив нас уже пиццакон. Там так меняются напротив нас события, конечно. Здравствуйте, мне нужна половина с сыром, половина с салями. Салями от оливки? Ну, чисто гипотетически. Я могу ошибаться. Потому что... Или салями это... Салями это на пепперони. Наверное. Как-то я, видя пепперони, передумал брать оливки. Да, я посоветую пиццу своему другу. Не рассказывай никому, но я хочу на свою пиццу.
Вообще, вот лишь бы все приходили, бы ее бы заказывали. Только ананасовая. Цены бы не было никому. Пиццеконта мужик открылся напротив нас, да? Или это что-то другое? Я хотела бы наполовину сырную лепешку и наполовину соусом. Двойную порцию. Чего? Типа... Так. Выглядит красиво, но так ли она хотела? Ну, это хорошо. Я хочу пиццу, но не могу медлить на работе. Я уже спрашивала или не спрашивала? Уберите сыр и положите овощи, также грибы, перец и оливки. Грибы. Оливки. Тут овощами и фрукты считаются, правильно? Может, просто сыр не нужен был, да? Посмотрим. Это обычно веганский он заказал. Угу. Это за меня героем, но... Поэт, приятель, путешественник. Я слышал, что пиццу с этой начинкой баклан желает любой. Испеките ее мне, ведь вам не впервой. Это баклажаны. Скажи, что там чисто баклажаны. Больше ничего. Ибо что там, кроме бакланов, еще может быть спрятанного в великолепном стихе. Вот, все правильно. Следующий. Могу ли я получить... Две гавайские пиццы, но положите нас только на одну половину, каждый из них, сделать их очень хрустящим. Это с ветчиной, да, гавайские? Я же правильно помню. Или я вообще ничего не помню. Так. Нас только на половину. Ну и ветчина. И по два раза надо. Так. Больше никого не успею принять. Вы, черт возьми, как прекрасный человек. Спасибо за эту прекрасную пиццу. Пожалуйста. Посылка должна быть, да? Ночная посылка. Угу. Улучшение. Подогреватель пиццы. Начните бизнес по доставке сегодня. Давайте. Пум-пум-пум. Ну, сразу заводительный посылать. После чрезвычайно успешного тестового прогона в крупных городах по всей стране Цаурум наконец прибыл в наш город. Выберите место, где уже получены фирменные подогреватели пиццы, обязательно скачать приложение на MyPad сегодня. А наша спонсор Ца-Чарт помогает найти кратчайший путь к идеальной пицце. Вот и все на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца.
А в достижениях есть отвратительно. Может, первый день сделаем отвратительно? Доброе утро. Похоже, вы уже получили посылку от моего босса. Прекрасно. Давайте я покажу вам, как это работает. Давай. Давайте попробуем взять заказ на доставку. Выберите в Room приложение на вашем iPad, чтобы принять заказ. Когда покупатели показывают пиццу на Цалрум, его или ее заказ будет забран в определенное время доставщиком пиццы. Пепперони. Смотрите за временем доставки. Вам нужно подготовить пиццу к этому времени. Давайте подготовим заказ для Цалрум. Прекрасно. Давайте перейдем к захватывающей части. Попробуйте притащить приготовленную пиццу. Нажмите, то посмотрите, пицца лежит на нем сейчас. Всего 5 пол для хранения пиццы. Теперь отдайте заказ для Цалрум мне. Как? А, так. Подать. Отличная работа. Я прослежу, чтобы заказ был доставлен. До скорого. Пока. Половина ветчина и сыр на пшенице. Половина ветчина и сыр. Ветчина и сыр на пшенице. Это разные половины или в одну это? Ветчина и сыр. Допустим, делаем вот так. Могло быть чуть лучше. Цалрум. Грибную. Как готовить, переходить? Могу ли я получить две пиццы Маргарита? Ой, я не хочу, чтобы этот грязный липкий сыр испортил их. Порежьте их 8 частей. Так, подождите-ка. Так, так, так. Третья грибную. Заказы выполнять, что это теперь сложно. Еще я не помню, что такое Маргарита. Маргарита. Чисто базилик. Хорошо. Так. Допустим. Порезать. Так, это вот сюдым. Сюдым. И сюдым. Так. Я уже сделаю. Дальше как? Что делать дальше? Я хочу сырную пиццу без соуса на половине. И можно сделать сразу классическую мясную. Хорошо. Так, классическая мясная будет тут. А, до 15:30 она не успеваю уже. Сырную пиццу без соуса на половине. Вот сюдым. Нет. Подожди, а как мне ту пиццу взять, а не эту? Мне что, тоже полезно? Можно сюда положить? Нельзя! Да! А что там еще надо?
с баклажаном и ветчиной. А, две грибных надо, две грибных. Аромат соуса пробуждает страсть пепперони, сыра на равные части. И там надо две грибных. Что-то еще с баклажаном там было. А, я ж могу зайти и посмотреть. Ага. И там еще было баклажаном X1 баклажаном, да, X1 с ветчиной. Правильно? Посмотрим. Сыр с X1 с ветчиной и X1 баклажаном. Так. Так, а тут на что? Пепперони и сыр на равные части. Аромат соус пробуждает пепперони и сыр на равные части. Что? Так. Если нет, то я не знаю. Еще дым. Где-то еще дым. Сейчас, женщина, сейчас. На. А как заказы отдавать? А, вот, приехал. Цауру мы кладем ЦЦ в пицца. Да. А, грибную. А за остальными? О, какой приятный запах. Не удивлюсь, что это место получает хорошие отзывы. А остальные? Не рассказывай никому, но я хочу ананасовую пиццу. Темная корочка. Хорошо. А, тут надо принять. Как? Или уже вечер они не сработают? Почему они не хотят дальше подниматься? Приехали только в 17. Это было чуть раньше. Надо было ту сначала, наверное, делать. Так, возьмем. Вы его чувствуете, этот запах? Какой вонючий запах? Вонючий запах, который вонючий пахнет. Ой, не могли бы вы использовать соус пест? Это лук. А еще что? А ничего, ссылок, да? Это же вонючий. Нет! Ну, тут, блин. Он примет ее? О, да. Так, заказами мы лоханулись, спушуть. Хорошо. Пицца-кон уже за углом. Если вы часто посещаете пиццерию в городе, ожидайте увидеть приглашение на пиццеполузу. Знаменитое состязание пекаря пиццы. Доктор Кех, победитель пиццеполузы на протяжении 5 лет подряд. Будет участвовать снова. Должно ли мы ждать другого результата в этом году? Естественно. Мы победим. Пицца была настолько вкусной, что я впал в пищевую кому. Я только что проснулся. Ликан, ты кто? Так, 15:30. 15:30. Сырную.
Принимаем быстро. Делаем сырну. Вперед, команда отца. У меня и моей бейсбольной команды сегодня важная игра. Мы будем голодными после победы. Могу ли я заказать 5 пицц пепперони, чтобы забрать их после игры? Пожалуйста. Конечно. Увидимся позже. Пока. Теперь не забыть, что 5 пицц пепперони сделать. Приветствую. Как судья соревнования «Пицца Палуза» этого года международной конференции «Пицца Кон», для меня большая честь пригласить вас принять участие в конкурсе. Окей. Замечательно. Вы будете помещены в таблицу участников нашего приложения в рейтинге, где вы будете соревноваться с другими ресторанами за за шанс выиграть награду «Платиновый кош». Удачи. Амброзия, жгучий перец кухни, золотой помидор пирог, соус цав. Вкуснотища отца, аппетитно пицца, ням-ням пицца, хрустящая корочка пирог, нахальный соус магазин пиццы, соус пицца. Окей. Однажды был человек, который заказал пепперони с сосисками, и этот человек я. Так, какая у меня овца? Сырная. Окей. Так, сырная. Тебя пепперони с сосисками. Главное мне еще не забыть про другие 5 пицц. Так, срезать, положить сюда. Сюда. 10. Так, теперь вонючий пит и соленый моряк. Их я не помню. Могу я заказать 2 пиццы карбонара с баклажанами вместо яич? Что такое карбонара? Бекон на сырной пицце. Обычно вы кладете на нее яйцо, но ее сойдет и баклажан. Хорошо. Бекон на сырной пицце и баклажан. Так, а еще какая там пицца была? Ага. Соленый моряк. Вонючий пит. Вонючий пит, это все-таки, наверное, вот это вот. А моряк, наверное, оливки. Так. Мальцу, бекон и баклажаны. Да-да, пусть приезжает. Почему он так долго приезжает? Сюда. Так. Да, я возьму пепперони и шучу, я за доставкой. Ишь ты, сырная. Ну. Это будет непросто стоять и не стащить кусочек на... Так. Принять. Соленого моряка надо еще делать. Можно мне сладкий перец без соуса? Можно. Сладкий перец без соуса. Вот так. Сюда мы... Моего моряка. Надо бы еще там, что такое в моряке. Мы предположим, что лук-то вонючий, а моряк с оливками. Так, быстро. Эта пицца великолепна, такая же, как и вы. Благодарю.
Я хочу пиццу, которая наполовину соленый моряк, а другая половина фруктовый поросенок. Но мне не хочется ингредиентов, которые встречаются в зеленой мечте. Соленый моряк, это же... базиликом, правильно? Зеленый моряк. Это базилик, правильно? Все-таки у меня, наверное, есть эта пицца. И вонючий пит, правильно? А, нет, в соленом моряке нету. Пу-пу-пу-пу-пу. Ты меня запутал. Значит, пицца, это был соленый моряк. То есть тебе надо соленого моряка вот так. А следующее фруктовый поросенок. То есть ананас с ветчиной. А, ну и, наверное, базилик там. Вот. Так, для следующего заказа что-то делаем. Зеленая мечта. Там две было зеленых мечты. Зеленая мечта и оливковая. Оливка это просто оливки, да? Так. Тихо-тихо. Вот так. Сюда. Так. Это серьезно вся ветчина? Ведь, значит, пепперони, что я получу? А, там должна быть куча. Мы кладем ЦЦ в пиццу, да, да. Соленый моряк. Вонючий пит. Счастливые люди, которые рады своей идее, обычно составляют отличные чаевые. Хорошо. И зеленую мечту мне надо делать. Две пиццы песто. Одна со всем мясным, другая со всем остальным. Делайте их очень хрустящими. Хорошо. Но мне нужно еще мечту сделать. Сначала мечту зеленую. Зеленая мечта. Ага, сладкий перец и базилик. Так, сладкий перец. Базилик. Так, увы. Две пиццы с песто. Совсем мясным, другая совсем остальным. Их еще и два раза надо. Хорошо. Какие теперь напряженные дни с этой доставкой, однако. Ужас, какие напряженные дни. А еще и доставки не было, потому что долго. А еще и за пятью пипи этими придут. Пепперони. Они у меня должны были, наверное, быть в печи. Довольно хорошо, приятель, довольно. Заказ не придет уже, да? Мы не успели. А, пришел. Давайте быстрее, я припарковался в зоне погрузки. Ага, мы успели. А за пепперони придут? Мы победили. Наша стратегия нарезка пиццы сработала. Это когда ты бегаешь треугольником, чтобы сбить с толку другую команду, когда не готовы бить. Они так и не смогли даже забить хоумран. Поздравляю. А теперь настоящий приз. Наши 5 пицц пепперони. Окей. Ага. Я так и знал, что просто сделать надо будет. Ну, типа...
А рыбами, когда доставка надо было хранить. Они не говорили хрустящий, мне хрустящий. Большой шлем. Понятно. Ой, ручка. Окей. Дальше. Еще один денечек. Если вы планируете посетить Пиццакон, не забудьте скачать приложение в рейтинге, чтобы увидеть, где обосновалась ваша любимая пиццерия относительно остальных. Пятизвездочный ресторан «Амброзия», принадлежащий доктору Майклу Кеху, в настоящее время на первом месте, может выиграть конкурс в этом году. Сегодня вечер на печном камне. Человечество зашло слишком далеко. Мы обсуждаем озорную ИИ, который совершил телефонный розыгрыш по всей стране. Ты все на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. Мое место 30. Понятно? Подожди. Пицца была настолько вкусной, что я впал в пищевую кому. Это мы читали. Саурум. 15.30. Вонючий пит. Окей. Я хочу пиццу с сыром, а сверху я хочу лук и пепперони. Все это на соусе песто, пожалуйста. Хорошо. Так, песто. К питу вонючему. Сначала вонючего пита. Заказики были готовы. Угу. Лук и пепперони. Пепперони. Какие там еще будут пиццы у нас? Угу. Луковая. Так. Сюда. Так, следующие. Я хочу свиную пиццу. Не утруждайтесь соусом или сыром, или рыбой. Свиную. Нужно все мясо, правильно? Фруктовый поросенок. Но он не сказал, что хочет поросенка. Он сказал, что хочет свиную. То есть ему просто нужно все мясо, правильно? Или свиная, для него есть тот самый поросенок. Вопрос. Там же кроваски. Две грибных можно сделать. За первым только привет. Так. Отправляем две грибных. Так. И будет место для двух луковых.
Ага, хорошо, угадали. Ха-ха-ха, я буду пиццу Джокер. Кстати, делайте 8 кусков. Что? Чего такое серьезно? Это просто зеленый перец, фиолетовый баклажан, красный пепперони. Разрежьте на 8 частей. Хорошо. Две лука, да? Луковая лук. Сначала две лука сделаем. Делаем все заказы. Можно будет о них забыть. Да ё-моё. Так. Пицца Джокер это. Пепперони. Красные. Фиолетовый баклажан и зеленый перец. Ну, в принципе. Джокер типа такой. Фиолетовые костюмчики. Что не видит? Я не знаю. Много порезал. Так, доставку. И там просто забираю заказ на 15:30. Они чипит. На. Это будет не просто устоять на сцене. Угу. Не стащи. Интересное место, но все-таки слишком низко в рейтинге, чтобы здесь есть. Окей. Вы знали, что 90% известных видов рыб откладывают икру? Порежьте эту пиццу на 4 куска. Чё? Извините, случайный факт. Я хочу анчоусы на пицце с баклажанами. Порежьте на 4 куска. Анчоусы с баклажанами, окей. Мне что-то надо принять. А грибну я уже не успела. Собаки. Обидно, я же все приготовила. Собирайте быстрее. Вот это мне не нравится. Пусть они в любом случае бы приезжали. За заказами, они же у меня готовые. Так, я пока с этими возилась, доставка пропустилась. Да, я возьму пепперони, шутники, луковую. Вот у меня заказ, ну, две грибы пропал с луковым. Не сын, угу. Вы думаете, покупать рассердится. Будете воровать? Конечно, рассердится. Я хочу ананасовую пиццу, чтобы увидеть, какую сторону в споре займет мой собеседник. Какую он сторону должен занять? Любит ананас или не любит? Этот мем, что люди не любят ананасовую пиццу. Как вы посмели взять такую прекрасную пиццу? Она не успеется. Испеките мне бекон. Ладно, возьму. Испеките мне бекон и базилик на пшеничной лепешке. Хотя пиццу не режьте, пожалуйста. Хорошо. Бекон и базилик. Это наша последняя пицца на этот выпуск. Ну, обидно, что вот эти вот три пиццы мне просто лежат. Правда, подать? Куда подавать? А, ну если только я могу их забрать. Для этих покупателей или на будущих? Серьезно, вся начинка с беконом? А, бекон. Я ветчину положила, да? Ну и пошли вы. Почему они не могут предложить, чтобы я переделала? Я бы им переделала.
Вообще, все, на этом все, пока.